Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 1 декабря инспекторы ДПС смогут штрафовать водителей за использование покрышек не по сезону. Шипы или липучка должны быть установлены на обеих осях всю календарную зиму. Размер взыскания 500 рублей. Обязанность переобуваться предусмотрена измененным перечнем неисправностей транспортных средств, вступившим в силу 1 сентября. По мнению юристов, гаишники вправе будут не только выписывать штраф, но и оформлять предписание для устранения нарушения. Если не сменить резину, решение о наказании будет принимать суд. Это уже повышенный штраф, арест или обязательные работы. Трасса 101. Автосалоны в России не должны навариваться на клиентах. Размер комиссии, которую дилер получает за оформление кредита, необходимо ограничить. С такой инициативой к властям страны обратился Национальный автомобильный союз. Кроме того, по мнению общественников, продавцам автомобилей надо запретить устанавливать дополнительное оборудование, а также ввести для них штрафы за повторное навязывание товаров и услуг в размере их двухкратной стоимости. В отношении чересчур наглых дилеров стоит возбуждать уголовные дела, считают в Союзе. Трасса 101. Компания Evolut представила электрический кроссовер iJet. Дата начала продаж и стоимость новинки пока неизвестная. Максимальная мощность силового агрегата машины достигает почти 650 лошадиных сил. На разгон до сотни требуется менее 4 секунд. Запас хода в зависимости от емкости тяговой батареи составляет 430 либо 530 километров. Электрокар оснащен 20-дюймовыми легкосплавными дисками, большой цифровой приборной панелью, передними креслами с массажем, подогревом и вентиляцией, а также атмосферной подсветкой салона. Трасса 101. Автомобили «Черри» будут выпускать в России. Китайцы планируют обосноваться на бывшем заводе «Мерседес-Бенц» в Московской области. По некоторым данным, там уже началась тестовая сборка. Первые экземпляры должны сойти с конвейера до Нового года. Предположительно, это будет 7-местный кроссовер «Тигга-9», который придет на смену нынешнему флагману марки «Тигга-8 Pro Max». Также на упомянутом предприятии хотят делать авто под брендом «Иксид». На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».